Доброго времени суток. Ждет нас исследование моста. В прошлой серии приплыл я вот сюда. Сейчас узнаем, что нас здесь ждет. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый ношу. Ну, ладно. Этот гном везде успеет, блин. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва моей новой лавки, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Да, нехило он тут обжился. Ну давай, Брок, рассказывай. Лови! Вот куча камней. Этим ключом их Драсиля. Можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа, срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец, только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда! Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Но я же говорю, что это неспроста вот эти вот. А их было достаточно много, вот этих. Сейчас, то есть, переместиться-то некуда. Готов к работе. А что там он с другими поболтать может? Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Все, больше ничего не знаю. Ну, заходите. Вот где он? Что-то ну, никто не тебя нет. Не заставляет. Вот, возможно, вот эти мистические врата как раз и есть в некоторых местах, как неизвестные. Вот этот кристалл точно потом что-то с ним можно будет сделать, я так думаю. Кажется, мы видели статую этого человека. Наверное, это бог или король. Оп. Ничего здесь больше нету.
А, это аура у меня после бега включается. Походу. Если я не ошибаюсь. Жалко, что ничего за убийство птиц не дают. Я так понимаю, что этот мост можно развернуть. О, ребятки, здорово. Он упал! Ой. Если повезет, эта башня приведет нас к горе. Я готов. Это если повезет. А если не повезет, то не повезет. Почти. Найти бы оставшиеся части диска с шифром. Так, ну глянем, что я вижу. Самый прикол в том, что он сюда должен по факту пацан залезть. Но он сюда не залезает. Смотровую башню зайти. Видимо, оттуда откуда-то будет проход. Просто лодочка стоит. Там, кстати, гляну, что там был за рычаг еще один. В рог. Все, здесь больше ничего нет. А это что? Рог. Вот отверстие. Подаем в него. Не знаю, что случится,
Обычно мы нажимаем все кнопки и дергаем за все рычаги. Только там, где результат предсказуем. Тут другое дело. Надо бы поработать над твоим чутьем. Я знал! Мы дуем в рог! Нет, мы испытываем твою волю. Воля у меня есть, сколько хочешь. Если ты не подуешь, и я не буду. 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 Понятно. Я так думаю, что сейчас получится так, что надо будет, чтобы открыть ворот и думать в этот рог. Вернуться. Это будет забавная беготня туда-сюда. Что? Ну-ка, нет, крестом. Так не пойдет. Потом по-любому что-то с ними можно будет сделать. Но не сейчас. Еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Я же говорил, нам нужен ключ. Я не могу прочитать. Какой нафиг ключ? Так. Вон оно что оказывается-то. Просто нужно заморозить вот это все. О, чтобы вернуться назад. Что это такое?
нужен отдых. Вот они, эти кристаллы. Скоро мы переведем руны Муспельхейма. Интересно, это заморозилось оно? Ужасно. Твоя мать называла такой Ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Здесь туман. Туман, туман, похож на ман. Еще гном. Может, нам... Нет, он нам не нужен. Я очень извиняюсь. Откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его не для тебя ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальная весть. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить? Твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру. Клянусь, Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять такая грязная. Ну что ж, ладно. Тогда я просто... Да. Это что, кровь? О. Над чем ты работал? А, это? Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Ты правда сделал его для мамы?
О, этот топор я где хочешь узнаю. Одно из лучших наших творений. Усилен воплями 20 ледяных троллей. Или 21. А почему мама? Откуда ты ее знал? Она сама нас нашла. Твоя мама была особенной. Она хотела защищать людей. А нам захотелось дать ей силу, потому что она стремилась к добру. Она даже знала наш язык. Она говорила: «Мазурин сэм Генгур, эйген вегум ханс». Генгур айн. Точно, впечатляет. А ты в нее пошел, по глазам видно. Да. Спасибо, Сим. Не трогай меня. Что? Я не трогал, ты что? Я потом зайду. Не ходи где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Ага. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ с шеи. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаньей мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Интересно. О, нужно отвлечься. Так. Простой камень воскрешения. Штука. Я хотел еще кое-что тебе сказать. Ты говори. Да, заходите. Иногда лучше вообще ничего не купить. Так, ладно, понятно, короче. Слишком много болта в них. Так, за мной, Атрей. Сейчас вернусь. Так. Только скажи. Так, сойдет пока. Go!
родня. Нас это не касается, сын. Ладно. Так, набедренник. Ну такой. Стреляет-то, о. Ух ты! Так, смотрим. Мне еще нужно теперь бить. Так лучше. А, ты там так прикольно сделать, надо заморозить, чтобы увидеть. Ярость улучшится, да? Да, вот максимальная ярость теперь будет больше. Вообще огонь, нифига себе теперь будет. Так лучше. Однозначно лучше. Осторожно! Я еще не починил! Проклятый привод! Да что с ним не так? Так, где этот цветок-то сам? Помирить можно.
О, попал. Ну, всего-то стоило разок умереть. Я тоже об этом подумал. Так. Ну, теперь есть, собственно, единственный путь туда на гору. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Сколько тут всего похоже предстоит открыть. Вот. Она не хотела. Кого испугаешь, проклятие? Так. Какие-то наручи. Ну, что-то такие себе. Этот туманчик. Снова Бёльфа! Место! Я не готов! Отец, берегись! Я вам по приказу! Место! Ух ты.
немножко лучше. Что это такое? Какая-то типа гробница, что ли? Да, здесь еще много всего, чего у меня еще пока нет. Волшебный замок. Так. Сюда пока тоже нельзя. Атрей, ко мне. Я иду, иду. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Волки какие-то больные. Здесь, по-моему, всех здоровых нету. Все какие-то больные. Как только теперь туда попасть? Нехило так. Даже выглядит как-то смешно. Восстановление типа спортивного костюма, что ли?
пока вот этот самый, наверное, нормальный. Ну что, да, остальные надо разрушать, а я думаю, поднять просто. Разрубил. Так, что нам тролль принес? Нормально, какая-то эпическая штука.
Ого! Понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. Запутался в корнях. Вряд ли. Он заставит его работать? Мне все равно. Так, наверное, потом можно будет тоже чем-нибудь разрубить. И, скорее всего, вот с теми лианами тоже можно будет этим же справляться. Это дым? Это дым, тыги дым, тыги дым. Голова какая-то. Голова курица. Сейчас узнаем, что это за дым. Отойди, сын. О, что это такое? Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его нельзя. Один об этом позаботился. Как ты сюда попала? Пришла помочь вам добраться до места. Предупредить не могла. Закрутилась. Друга спасала, как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия. Даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Да. Пришли, и приходится уходить. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гном у подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Просто поверни. Вот, видишь? Храм Тюра в центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор. И грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем. И Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят.
и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Да уж, хотела бы не верить. Ну как в фильме может и Суртур устроить. Знаешь, Рагнарёк? А мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Сейчас покажу. Ты смотришь? Лиоста! Ого, он твердый. Эльфы, ну, я же говорю, что-то моя с этими тетива кристаллами пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой, он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Как в Торе. Радужный мост. А что за магия в этих корнях? Магия Вана. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что Вяна они всегда валили цветочками. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял. Так, ну на этом надо закончить серию. Время подходит к концу. Всем хорошего настроения. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Всем пока.